41-я армия второй год подряд занимает первое место среди всех соединений Центрального военного округа. Немалый вклад внесли и новосибирские военные. Сейчас у них зимний период обучения. Ежедневно на полигонах проходят занятия у снайперов, танкистов и артиллерии. В преддверии праздника командующий 41-й армии поздравил не только самих военнослужащих, но и журналистов, которые постоянно работают в частях и на полигонах. Командующий отметил, что в этом году работа журналистов заметна как никогда. Информационное обеспечение для военнослужащих, я считаю, что такая же неотъемлемая часть, как и боевая подготовка. У нас есть такое понятие, как информационное противоборство. Его результат мы сейчас наблюдаем на юго-востоке Украины –